Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games. Это небольшой такой ролик. В принципе, какой смысл? Смысл такой. Всех, как говорится, с праздником Хэллоуина. Сегодня мы попробуем поиграть на акрокантозавре, но не просто на акроче. Что-то мне кажется, у него не хватает. О боже, он без головы? Как так? А, подождите! Голова у него в руках. Ух ты. Нифига себе. Точно, Хэллоуин, по-моему, чересчур наступил. Да, всех еще раз с Хэллоуином. И, собственно, вот такой хэллоуинский... Хэллоуинский... как я даже не знаю, правильно выразиться. Ремодель акрокантозавра под праздник Хэллоуина. Обрубленная голова, которую он носит в своих лапах. Да, интересно, конечно, смотрится, блин, вообще просто шикарно, рентабельно, не знаю. Но зовите как угодно. В форме тыковки. Да, это форма тыковки. Я не знаю, кого мы сможем напугать. Если кого-нибудь сможем напугать, потому что вообще, как бы я, насколько знаю, данная моделька... смотрится также у других игроков, у кого ремоделька поставлена. То есть, да, обычный игрок нас не сможет видеть. То, что мы тут ходим с тыковкой в руках. Игроки, у которых поставлен этот мод, они увидят. Не хватает, мне кажется, каких-то свечек сюда воткнуть ему челюсть или в глаза акрокантозавру. Ладно, не знаю. Короче, походим. А вдруг... оно иначе как-нибудь работает у остальных. Может, кого-нибудь даже попробуем спугнуть. Так, где мы приблизительно? Залив? Ну, можно пойти в сторону, я так понимаю, близнецов. А представляете, если какого-нибудь сегодня встретим еще и акрокантозавра с такой же ремоделькой. Если хотите скины, либо ремодельки, все ссылочки в описании на сервер OpenIDNOS в описании. Такс. Кстати, интересно, мы что-нибудь понюхать можем? Интересно, как он нюхает без головы? Просто шеей, что ли? Либо запрокидывает вот эту вот тыковку в руках у себя? Ух ты! Это, походу, спинач. Интересно, он нас испугается? Я даже не знаю. Ну ладно. Ну, я думаю, что во всяком случае спиноча придется бояться нам. Спиноча, конечно, я не смогу в любом случае, мне кажется, вывести. А вот что-нибудь поменьше. То ли это Трайк, то ли это Диаблик. Кто это? По-моему, это Трайк. Да, это Джув Трайк. По своей сути, я джувиков никогда не трогаю. Мне их жалко убивать, а вот испугать я испугаю. Малыш, смотри, я несу голову в своих руках. Мне кажется, он прямо-таки бежит такого страха просто. Я не знаю, у него там... не буду выражаться, но... я пугаю тебя своей головой. Беги отсюда, беги, беги. Можешь, в принципе, попробовать взять и нести мою тыковку. На, малыш, возьми ее, я тебе ее отдам. Малыш, куда ты? Постой, забери. Мне кажется, он ее очень испугался. Так, а вон и спина на горизонте был. Что-то как-то резко исчез. Да, кажется, это админ. Наверное, скорее всего. Чекает, проверяет, что здесь вообще происходит. Ладно, хорошо. Вы слышите вопли этого Трайка, блин? Невероятно. Ну нет, конечно, ремоделька не работает на обычных игроков, но если представить хотя бы на секунду, это выглядело бы, конечно, неимоверно круто. Так, ладно, давайте попробуем пройти, наверное, в сторону близов и посмотрим вообще, что там творится. Там по-любому движ какой-нибудь да есть. Да, конечно, моделька смотрится прекрасно.
Мне это нравится. По крайней мере, вот многие в комментариях спрашивают: «Скай, как ты установил то, как тебе играть с этим?» Я говорю так, ребят, ну, по крайней мере, мне лично это разнообразило геймплей. Да, может кому-то показаться, что это смотрится очень убого. Это Акрыч? О-хо-хо, интересно. По-моему, это акроконтозавр. До близов достаточно далеко идти. Я почему-то думал, что мы очень близко. Так, давайте попробуем подать голос тоже. Посмотрите, как он держит голову в руках и в лапках, да? И голова кричит, тыковка кричит. Постойте, вон еще Акрыч. Акрыч, стой, ты где? Стой, 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 Акрыч, я здесь. Ну, мне кажется, что... Да, по-моему, у него такая же ремоделька. Невероятно. Блин, честно говоря, когда я стал записывать этот видос, я думал, что вижу, ну, обычного Акрыча, и как бы я здесь один такой буду. Хэллоуинский во всем раскрасе, прикрасе. Невероятно. Слушай, давай махнемся головами. Блин. Держи. Держи мою голову. Держи. Так, ну что же, ладно, прекрасно. У нас теперь есть пати, и мы можем, в принципе, идти в сторону близов. Мне одному будет не страшно. Да, идешь такой, идешь себе где-нибудь на сервере. Такой акрыч. Без головы. Нет, ну почему без головы? С головой, но в лапах. Вот мне интересно, как в боевке он себя проявляет. По крайней мере, я пробовал, честно скажу, спинозавра. Именно нейроспинозавра из гиперов, да, кто знает. Нейроспина, он, по крайней мере, как мне показалось, он меньше обычного спинозавра, и укусы у него не проходят. Не так, как должны. То есть, должным образом, модель, механики, анимации, укусов они не проходят. То есть, как бы сказать яснее, я прям даже был в спине того же гигантозавра, я делал кусь, а укусы не проходили, как будто я меньше его. Не знаю, может, у меня так работало? По-моему, на каком-то из стримов я говорил уже об этом. Ну ладно, не суть. В общем, держим путь. В общем, шли мы тут шли со своим Акрычем, со вторым безголовым напарником, нарвались на Шанту. Да, конечно, файт, наверное, будет, так сказать, не из легких. Ну что ж поделать. У нас есть всего лишь один шанс. Выживи или умри. Ну, если наши акрычи выйдут победителями, то, в принципе, Хэллоуин удался у всех. Развести Настаму. Он может нас ваншотнуть, насколько я знаю. Давай, давай, аккуратно. Головой в руках будем прокусывать. Ага, немножко прошло, немножко прошло. Удастся Хэллоуин или нет? Тут еще и Альт работает. Я не знал. На этом сервере работает Альт. Ого. Нифига себе. Давно я на Альте не играл. Это, конечно, нам плюс, но с другой стороны. Это не очень культурно. Не очень хорошо. Альт это плохо. Запомните. Альт это просто плохо. Не буду говорить, на каком из серверов последний раз я был на Альте.
Ну давай, Шанта, что-то неохотно тратит стамину, ну, окей. Ладно. Если что, я возьму все на себя. Попробую. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Как бы не ваншотнуло. Долго нам придется мутузить ее. Я чувствую. Попугаем. Попугаем тыковкой в руках. Не зря мы ее таскаем постоянно в лапках. Не знаю, по вектору прошел удар или нет. Мне кажется, да. Кстати, самое эпичное, мы нарвались, походу, на админа, да. Это админ, посмотрите, желтый ник. Кто-то как-то не шифтует он. Ну, альт, прости, альт иногда, наверное, тебя сможет подвести. Не все так хорошо, когда он есть. Вот, кстати, заметили, опять же, в самом начале я про что говорил? Про то, что на ремоделях укусы бывают, не проходят должным образом. Вот я не знаю, вот сейчас я прокусывал, но, по-моему, Шанта издавала какие-то звуки. Да, вроде бы Шанта кричала от боли. То ли второй, наверное, экран у Шанты. Он бледит? Я не вижу отсюда. По-моему, блит идет. Черт его знает. Так, стамину надо беречь. Копим стамину. Эх, посидеть бы. Было бы хорошо. Было бы хорошо. Стаму подкопить. Я пока похожу. Ой-о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 й
Ну, ты не так страшен, как кажется. Почему я не вижу бледа у него? Вот как это работает? Тем более с зимним модом оно должно отображаться очень хорошо. Вспомнить те стримы, которые у нас были. Может быть, дождь смывает все? Я фиг его знает, как это работает. Дайте я вспомню, что такое альт. Во. Как балерина на одном месте. Не знаю, чисто случайно как-то сюда зашли, так сказать. Но Шанта, по-моему, бледит. Да. Мы не видим крови, но... Отходи аккуратно, аккуратно. Да, она бледит. В экранах она, по-моему, увеличилась. Мне бы немножко стамины, и я сейчас попробую зайти. Хотя бы больше половины пяточки. Половины пяточки. Обратите внимание на лапы. Вот просто обращайте внимание на лапы, как это работает. Промазала. Вроде куснул. Вроде куснул. Это большой бифштекс будет наш, однозначно. Однозначно будет нашим. Поберегу я стаминку. Поберегу, поберегу. Я просто постою. А, ключ, по-моему, регенит, да. Да. Все нормально. Даже при ходьбе, по-моему, регенит стамину. Да, совершенно верно. Все работает, все прекрасно. Ох, вот это вот, кстати, минус для него, то, что он сейчас сделал.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же вот это было обидно, блин, ну надо же так, а прямо в голову зайти. Блин, ну все шансы были, оставалось совсем немножко. Я не знаю, Вектору удалось выжить или нет. Хотя Вектор может ее еще помотать. Да, немножко я, конечно, здесь ступил реально. Надо было просто на спринте немножко его пообайдить. Да, обидно, ну что же. Так, ну, немножко посоветовавшись и пообщавшись с Вектором, мы выяснили, что в принципе укусы как бы проходили, и большинство из них должно было пройти, но вот опять же, из-за этих ремоделек они не срабатывают должным образом. По идее, Шанта должна была, ну, достаточно быстро откиснуть, потому что мы делали краткие паузы. Во время съемок мы нападали, кусали. Я не знаю. В общем, смотрите сами на ваше усмотрение, хотите вы играть с этой моделькой или нет. Но, как по мне, Хэллоуин удался. Вот такие акрочи сегодня были в эфире. Спасибо за просмотр. В общем, лайк, подписка. Всего хорошего. Хорошего выживания в The Isle. До новых встреч.